перезвон колоколов крестный ход двинулся от Казанского кафедрального собора до храма Рождества Христова. Среди участников процессии можно заметить и сестер милосердия, и представителей казачества, и юнармейцев, и десятки простых горожан. Двигаясь по узким участкам, колонна не может идти в полную скорость. Путь длиной 2 с лишним километра от Казанского кафедрального собора до храма Рождества Христова у одного человека может занять чуть больше получаса. У сотни людей как минимум 2. По приблизительным подсчетам, акция собрала от 150 до 200 человек. Процессию возглавили участники с иконами. Так верующие отметили День святых в земле российской просиявших. Традиция устраивать общегородской крестный ход взяла начало в 2015 году. Под песнопение за полчаса колонна дошла до сквера Каракуз. Нашествие было выделено 2 часа. На это время перекрыли центральную часть города, начиная от перекрестка улицы Ленина и проспекта Строителей, заканчивая улицами Ленина, Тимирязева, Пушкина. Мы каждый год ходим на крестные ходы. Каждый раз они чему-то посвящаются. Светлана Дырина уверена, что так верующие проявляют единство. Я, наверное, последние лет 5 в разные, не обязательно в Альметьевске. Мы ездили в другие города и в деревни. Нам это нравится. Мы хотим поддерживать друг друга. Опередив все прогнозы, крестный ход закончился через час после начала. Колонну, конечная точка маршрута, встретила колокольным звоном. Здесь же епископ провел торжественную службу по случаю праздника. Финалом шествия стал водосвятный молебен. После напутствия от владыки верующих окропили святой водой.